Всем привет! Сегодня мы вскрываем компот вишневый. Вот у нас уже 4 баночки залиты кипятком. То есть вишни мы ставим примерно даже не половину меньше. Вот, просто заливаем кипятком. Дальше у нас тут 2 баночки. Я хочу сделать ассорти, вишню с клубникой. Немножко клубнички вот такой маленькой взяла. И на 2 баночки разделю. И плюс вишня. В ту баночку и в другую. Так, вишенку положили, теперь клубничку немножко в эту, немножко в ту. Вот так. Еще у нас есть мята. Несколько листочков. Сейчас мы в эти 2 баночки положим по 3 листика. Я думаю, будет достаточно. И будет у нас такой свежий, такой ароматный. Ну, в общем, как для лета. Такой будет компотик. Будем сейчас заливать кипяточком и дальше посмотрим. У нас уже 4 баночки компота закрыты. Видите, как котики решили на баночке уже положиться. Вон один валяется, малюк. Вот ночка рядышком. Ой, боже. Вам неужели не жарко? Это же лето. А вы еще к банкам поближе. Ну, в общем, они охраняют от меня. Ну вот компотики. Вот, 4 баночки уже стоят. Еще 6 сейчас приготовим. И все. Будет у нас 10 баночек компота. Пока 10. Потом еще закроем, конечно же. Это маловато. Ночка. Ночка. Так, эти банки 4 я сливаю в кастрюлю и буду кипятить еще раз. Вот такая у нас крышечка очень удобная. Покупайте такую крышку, не пожалеете. Я очень довольна. Баночки постояли в кипятке минут 10-15. Сейчас вылью все еще 3 банки. Эти банки сейчас наполняются, вот эти 2, кипятком. Закрываются крышками стерилизованными и стоят тоже 10-15 минут. В общем, сливаю 3 банки. Все, вылили наш кипяточек с 4 баночек и насыпаем 200 грамм сахара в каждую баночку по 200 грамм. Эта кружечка у нас на 200 грамм. Естественно, сначала до всей этой готовки мы стерилизуем банки и крышки. Обязательно. Вот так в каждую баночку мы насыпаем по 200 грамм
сахара больше не надо. Ну, в нашем случае, кто любит послаще, пожалуйста. Я вижу в рецептах, в ютубе смотрела, и по 400 грамм, и по 350. Я считаю, что это очень много. Приторно, сладко, мы так не любим. В общем, засыпаем в каждую баночку по 200 грамм сахара. Доливаем кипяточек в еще одну баночку. Оставшуюся половинку, 1,5 литра. И закрываем крышечкой. Так, этот сок уже вылит. Сейчас он будет закипать, и мы сюда его вольем. Все, закрываем баночки и ставим под плед, под теплое одеяло. Эти баночки будут отдельно, потому что здесь клубника, мята. Вот, залили кипятком и закрываем. Ложим баночку и распределяем сахар. Катаем ее туда-сюда. Аккуратно. И ставим вниз крышкой. Нашу баночку. Накрываем полотенцем, потом пледом. И так все баночки закрываем. Сейчас тем временем хочу снять, что у нас творится. Смотрите, какой ливень. Как шумит, ужас. Вау. Смотрите, что делается. Где-то да. Ого, барабанит. Брызгает прям сюда. Ужас, что творится. Смотрите. Просто ужас. Да. Бедная черешенька. Сейчас вся черешня попадает. Вот это да. Давно такого не было. Вот, ребята, слили с оставшихся двух банок, которые с клубничкой и с мятой и вишней. Сейчас засыпаем сахар. Сейчас я еще добавлю немножко. Получается 100 грамм, пол кружечки. Вот так. Пока закроем крышечками. Потом будем заливать кипятком, уже соком, вылитым отсюда. И закатывать. В общем, не буду дальше показывать. Заливаем соком этот компот, эти баночки. Две. И все, у нас готовы 10 банок компота. Показываю наши баночки. Вот такие 10 штук. Сейчас будут, когда еще две баночки зальем. В общем, все. Шикарный компот из вишни. А две из клубнички, вишни и мяты готовы. Делайте компоты. Это будет радовать вас зимой и особо на следующее лето. Мы любим обычно летом пить компоты, потому что жарко и хочется чего-нибудь холодненького достать с подвала и выпить холодненького компотика. С
все. Все подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока.